Ежегодно на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода собираются десятки любителей спорта, чтобы проверить свои силы на беговой дистанции. При регистрации можно выбрать ее по своим силам – 500 метров, 1 и 2 километра. Несмотря на то, что главная цель мероприятия – популяризация спорта и здорового образа жизни, соревновательный момент никто не отменял. Соревнование называется «Золотая осень». Проводим в рамках программы «Кросс наций». Оцениваться будет по результатам. Кто первый, тот выиграл, кто второй и последующий. Награждать будут и по цехам, и в возрастных категориях. Дмитрий Ковалев работает в дирекции по сбыту ТМК в Полевском. В свободное время занимается спортом. Сегодня с уверенным отрывом в своем забеге на 500 метров пришел к финишу первым. Не первый раз бегаю, поэтому уже привычная дистанция. Стимул какой-то заниматься спортом. Как бы, ну, есть интерес в этом. Тут люди разного поколения. Ну а какое же спортивное мероприятие без работников трубопрокатного цеха номер один? Машинисты крана Ирина Янина и Анна Землянова умеют не только ювелирно управлять многотонной техникой, но и любят легкую атлетику. Бежим 500 метров, ну как, за свой цех бежим, а как за активная свой цех не бежать? Активная жизненная позиция. Спорт, ну вообще сетки. Как бы и молодежь поддерживать, показывать пример молодежи, чтобы они тоже принимали во всех мероприятиях участие. Не только работали, но и развивались в спорте. Как итог, участники соревнований получили положительные эмоции, сожгли калории и просто пообщались друг с другом в неформальной обстановке. Корпоративный праздник спорта удался. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости 11 канала.